Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как, докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вы, наверное, будете очень смеяться, но мы опять отправляемся в очередное, седьмое по счету рок-путешествие. На этот раз в далекую и загадочную Арабию, а если конкретней, в Объединенные Арабские Эмираты. Честно скажу, не хотели мы туда ехать, но судьба распорядилась так, что нам некуда было деваться. И я сейчас расскажу вам эту страшную историю. Начну я точно так же, как в фильме «Ирония судьбы» Лукашин начал рассказывать маме о том, куда он пропал на Новый год. Перед каждым Новым годом мы с друзьями. Ну, а я начну по-своему. Каждый год на майские праздники мы всей рок-группой, то бишь всей семьей Волощука СД, ездим куда-нибудь отдыхать. На этот раз мы собрались в нашу, можно сказать, любимую россиянами Турцию. Но проклятый коронавирус при поддержке нашего правительства коварно сорвал наши планы. Коронавирус там, в Турции, развернулся по полной программе, а наше правительство взяло и закрыло туда границу и отменило авиасообщение. Скоординированно выступили они, то есть. И мы уже надеялись, что хоть немного отдохнем на этот раз от рок-путешествий, но не тут-то было. Наш туроператор взял и сделал нам еще хуже. Взял и поменял наши турпутевки в Турцию на поездку в Дубай. Вот так все и случилось. И поэтому сегодня мы вылетаем туда, на Персидский залив, мучиться под палящим солнцем, мокнуть в соленой морской воде и питаться всякими заморскими, набившими оскомину блюдами. Так что так вот, уважаемые любители рок-музыки, летим в Объединенные Арабские Эмираты на авиакомпании, вот этой Emirates. Говорят, что они вот самые лучшие в мире. Ну, посмотрим сейчас на хваленный сервис арабский, на эти авиалинии. Сейчас глянем. Но мне уже нравится этот сервис. Знаете почему? Потому что, когда мы летели в тот раз на Мальдивы из Внуково, мы полтора часа стояли в очереди во Внуково, чтобы нас зарегистрировали. А тут просто быстренько сразу подошли, зарегистрировали. То есть сразу уже на 5 звезд ребята тянут по обслуживанию. Так что так. Ну это так, для начала, на крайний случай. А сейчас пойдем, у нас есть традиция. Перед взлетом обязательно посидеть в кафе и чуть-чуть остаграмиться. Но я-то не пью, я водички. Ну а другие участники рок-группы, может быть, что-нибудь и покрепче возьмут. Типа кока-колы. До встречи в кафе. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, вот мы прошли все контроли. И таможенные, и пограничные. Обследовали нас, общупали. Все хорошо. Сидим в баре, отдыхаем. Знаете, у коронавируса есть одно небольшое преимущество, которое дает небольшое преимущество тем, кто им переболел. Народу нету. Ну пусто. Раньше места не найдешь, чтобы приземлиться. Смотрите. Все культурно, все быстро. Кофеечек, не мой любимый, ласты. Вот. Так что есть некие преимущества у тех, кто переболел. И тем, кому поменяли путевку из Турции на Дубай. Но долго не буду вас отвлекать. Просто вы же знаете, что я как русский интеллигент без тоста не могу. Особенно перед полетом. Я произнесу тот самый знаменитый тост, который произносят все люди в мире. За хороший полет и мягкую посадку. Ну все, уважаемые любители рок-музыки, мы полетели в Арабию. И если вы обратили внимание, мы летим по баллистической траектории, прям как космонавты. И это мы можем делать потому, что у нас такой современный самолет, который умеет летать в стратосфере и по дороге залетать в космос. Ну, чтобы пассажирам в полете было поинтереснее и повеселее. Ведь из космоса мы можем охватывать своим взором всю нашу прекрасную голубую планету.
Маршрут нашего полета будет пролегать над русскими полями и лесами, Кавказскими горами, Каспийским морем, иранскими древними городами и над Персидским заливом. Немного расскажу о самолете. Это французский авиалайнер Airbus A380 с четырьмя авиадвигателями, что очень сильно повышает безопасность полетов, так как в критической ситуации самолет может спускаться и приземляться на одном двигателе. Размах его крыльев 80 метров, что на 10 метров больше длины самого самолета. Он может развивать скорость до 1020 км в час и без пересадки лететь 15,5 тысяч км. Самолет двухэтажный, на втором этаже первый и бизнес-класс, на первом эконом-класс. В эконом-классе где-то рядов 90 кресел. И несмотря на то, что он вмещает 700 человек, здесь нет ощущения набитости людей, как килек в консервной банке. Даже в эконом-классе очень приличное расстояние между рядами. Кресла широкие, удобные. Большие багажные полки, великолепная вентиляция, каждому пассажиру выдают плед и подушку. Каждое пассажирское место оборудовано мультикомпьютерной системой с монитором в спинке впереди стоящего кресла, где можно выбрать и посмотреть фильмы на многих языках мира, послушать музыку, посмотреть или почитать новости, поиграться в компьютерные игры. И при желании можно наблюдать за полетом с наружных камер самолета и постоянно считывать всю информацию о полете, скорость, высота, над чем пролетаем, время до пункта назначения. Стоимость такого воздушного кораблика $500 миллиарда. Бортовое питание в самолете очень свежее и вкусное. Пассажирам предлагают различные, даже крепкие спиртные напитки в неограниченном количестве. Обеспечена и беспошлинная торговля с достаточно большим ассортиментом. Бортпроводники вежливы и предупредительны. В общем, все на высшем уровне. Подлетаем к международному аэропорту Дубая. Аэропорт у них, должен вам сказать, очень серьезный, так как является крупнейшим авиационным узлом Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Африки. Аэропорт был введен в эксплуатацию еще в 1960 году. И с тех пор беспрерывно развивался и расширялся. В 2001 году завершилась очередная программа расширения аэропорта, которая обошлась в $5.5 миллиардов. Аэропортовый комплекс стал включать в себя 3 терминала с 3 пассажирскими секторами, 2 крупных грузовых терминала, выставочный центр из 3 больших залов, центр по ремонту и обслуживанию авиационной техники и прочие помещения под сервисные подразделения и службы перевозок. Площадь аэропорта расширилась до 1400 гектаров. Пропускная способность выросла до 80 миллионов пассажиров в год и до 3 миллионов тонн грузов. Аэропорт вышел на 6-е место в мире по трафику международного пассажирского потока. Аэропорт обрабатывает около 6 тысяч рейсов в неделю 130 авиакомпаний по более чем 200 пунктам назначения в странах Северной Америки, Европы, Южной Америки, Восточной, Южной и Юго-Западной Азии и Австралии. Аэропорт является базовым для национальной арабской авиакомпании Emirates, на самолете которой мы и прилетели сюда. Уважаемые любители рок-музыки, стоим в очереди сдавать тесты на коронавирус. То есть цивилизация добралась до Арабских Эмиратов. До нас еще такая цивилизация не добралась. У нас еще на ходу тесты не сдают. А тут сразу по прилету. Так что восточная сказка, видите, в действии. А вы говорите, что все будет неинтересно. Все будет очень увлекательно, а не только интересно. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы прошли первый контроль на коронавирус, тут быстренько, оперативно. Учиться нам надо, учиться. Мы, конечно, победили практически коронавирус первыми в мире. Это я аплодирую нашему правительству и нашему народу многострадальному. Но с такой скоростью, как они здесь проверяют на коронавирус, мы еще не научились. Будем учиться, а куда деваться? Ну вот, видите, как прекрасненько здесь. Едешь себе, ну у нас тоже это есть, но
Ну, приятно. Ускорение процесса. Подъезжаем к выходу на открытую поверхность, где 37 градусов с утреца сегодня. Но я надеюсь, что я не расплавлюсь. Я уже так чуть-чуть подсушился там. Было 170, потом согнал до 120. Сейчас где-то после Питера у меня 108. Осталось еще 8 килограммов до заветной цифры 100. Уважаемые любители рок-музыки, ну, если вы обратили внимание, народу тут многовато на паспортный контроль. Но это объясняется только одним, что курортные страны позакрывали свои границы, а тут открыто. Ну и почему тут народу много? Это еще объясняется тем, что это все-таки самый крупный город Арабских Эмиратов. Тут 2,5 миллиона жителей живет. Соответственно, и курорт здесь основной. Поэтому все едут сюда. Они в столицу. Столица Абу-Даби, он намного меньше. Там свой аэропорт. А в основном летят сюда, на море, загорать. Уважаемые любители рок-музыки, ну пока стоим в очереди на паспортный контроль, я обращу ваше внимание, ну видите, рекламка Rolex, часы швейцарские. Это самые любимые часы всего арабского мира. Если у тебя нет Rolex, то ты не человек. Вот так вот у них богатые, хорошие часы. Но мы поскромнее, Волощук СД вот носит Ульис Нардин. Ну а куда деваться? Мы ж простые люди, скромные. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, слегка перехвалил. Говорил, что так они все быстро и красиво делают. Итого мы провели здесь 2 часа 15 минут, проходя все эти контроли. Но это на крайний случай, чтобы знали про арабское гостеприимство. 2 часа 15 минут в аэропорту. Ну вот мы в Джумерай Забельсарай. Сейчас проверим, как тут гостеприимство. В аэропорту очень гостеприимно арабы встретили 2 часа 15 минут. Мариновали нас на всяких проверках, паспортных контролях. Сейчас посмотрим, как тут. Вот тут арабы погостеприимнее чуть-чуть. Сейчас глянем, пойдемте. Здравствуйте, ну как вы тут? Что, все хорошо? Не обижают вас тут? О, это наш человек, Елена. Когда человеку всегда все хорошо, это наш человек, значит. Ну все, мы в конечном пункте назначения. Пятизвездочный отель Джумейра Забельсарай. Встретили нас гостеприимные люди, прохлада и восточная роскошь. Все, на первый взгляд, очень хорошо. Русской рок-звезде вполне подходит. Не стыдно, в общем, недельку тут пожить. Тем более, тут не брезговал пожить и Том Круз со своей компанией из миссии, которая невыполнима. Уважаемые любители рок-музыки, я здесь нахожусь только 3 минуты, но мне уже начинает нравиться. И мое шестое внутреннее чувство начинает мне подсказывать, что мы тут отдохнем не хуже, чем в Турции. И еще оно мне говорит, что рок-путешествие будет очень увлекательным. А мое шестое чувство обычно меня никогда не подводит. Оно же у меня такое проницательное, какое и должно быть у хорошего русского рокера. А я же не просто хороший рокер, я прекрасный русский рокер. Вы же знаете, более того, я же настоящая русская рок-звезда. Я нюхом чую, где больше платят, мягче стелят и вкуснее готовят. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, для начала пойдемте проверим, как у них тут обстановочка в номерах. Погнали! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.